Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Да, добрый день еще раз. Ну, конечно, гость в студии у нас виртуальный, с учетом ситуации пандемийной и всех введенных ограничений. По телефону сейчас напрямую связь, радио Болтком. Болтком выходит публицист, историк Игорь Ватолин. Доброе утро. Доброе. Да, несколько событий очень важных произошли вот в эти дни. Сейчас мы попытаемся их так лаконично обсудить. Главное политическое событие, как мы уже сказали, это увольнение с поста министра здоровья Юза Винкела. Сегодня же фракция для развития «За всеми» уже назвала своего кандидата на этот вакантный пост, министра здоровья Даниил Павлюц. Игорь, как вы оцениваете вот эти два процесса увольнения госпожи Винкела и вот выдвижение господина Павлюца? Ну, мне кажется, это, конечно, свидетельство кризиса, который назревал, но до сих пор Кришине Сукариншу удавалось как-то выруливать и удерживать достаточно разношерстное правительство. Ну, те, кто следит за политикой, помнят, как сложно оно рождалось, там, как выдвигались кандидаты в премьеров, и там не в результате пролетали, но вот Кришине Скаринш стал такой компромиссной фигурой, и, в общем-то, до сих пор при всех там естественных претензиях к правительству, там не ошибается тот, кто ничего не делает, в общем-то, Кришине Сукариншу удавалось вести свой корабль, ну, своего правительства достаточно успешно, как мне кажется. Но вот здесь мы видим, ну, первую такую реальную бурю. И самое главное, что, судя по всему, вот это решение о, значит, выражении недоверия Юзе Винкела, министру здравоохранения, это, наверное, главный министр ситуации с пандемией. Да. Да, вот и то, как это решение было принято, и то, что вот как был назначен выполняющим обязанности министра здравоохранения министр обороны Артис Пабрикс, даже не поставленный в известность, но принятие этого решения. Вообще-то такие решения, они как-то должны консультироваться с... Ну, согласовываться, да, конечно. Кандидатом, да, угу. Да. Вот, и ну, вот все это свидетельствует о том, что там, ну, вот чуть ли не впервые Кришине Скаринш проявляет нервозность, и это, наверное, не очень хороший признак. Ну и, честно говоря, вот сами претензии, ну, они представляются немножко надуманными. Мне кажется, там, если так, ну, совсем хладнокровно и аналитически посмотреть на эту ситуацию, то, в общем-то, Министерство здравоохранения и Юза Винкела работали неплохо, я бы сказал, до сих пор. И, в общем-то, они делали, что могли. Ну, чудо первой волны, вот это латвийское чудо, когда в первую волну в Латвии, в общем-то, заболело по минимуму людей, и число смертей там было где-то в пределах десятка. Вот это, ну, свидетельствовало о том, что правительство работало невероятно эффективно, что все было сделано абсолютно правильно, плюс там, ну, было какое-то везение такое. Но вот вторая волна, да, вторая волна, Латвия оказалась, в общем-то, в незавидной ситуации, достаточно хуже показатели, чем в Эстонии. Мы, как всегда, сравниваем себя прежде всего с ближайшими соседями балтийскими. Правда, ну, достаточно лучше, чем в Литве. Так что какого-то особого прокола
в реакции на пандемию, ну, вроде бы как не было. Иначе бы как-то вот показатели Латвии были бы хуже по всем фронтам. Но, тем не менее, конечно, ничего хорошего. Я бы сказал, но при этом, вот если отследить реакции правительства в целом и Министерства здравоохранения в частности, ну, там я, честно говоря, не вижу никаких больших проколов. Другое дело, ну, собственно говоря, в непосредственной работе по теме. Я вижу какой-то один просто, ну, зияющий прокол, какую-то черную дыру, это работа с обществом. Это то, что называется стратегической коммуникацией. Угу. Вот здесь, ну, почему-то, ну, ясное дело, что ситуация пандемии – это особая ситуация. Было введено чрезвычайное положение. И из этого вытекает, что когда люди сидят там, в самоизоляции и достаточно сильно изолированы в своих действиях, поступках, возможностях заработка, в привычном образе жизни, когда вводятся какие-то ограничения. Это чрезвычайная ситуация, уровень нервозности общества повышается, создается ситуация особой восприимчивости к разного рода слухам, маниям, фобиям. В общем-то, люди понемногу выбиты из привычной ситуации, некоторые сильно ухудшившие свое материальное положение. Вот это все способствует, скажем так, росту недовольства, росту готовности к критике правительства, которое, как всегда, отвечает за все, к критике принятых решений и поискам козла отпущения, кто должен ответить за все, ну, включая саму пандемию. И, ну, все это наблюдается. Популисты там по широкому спектру от Кобзенса до Гростенша, они там пытаются вот, использовать эту ситуацию в свою пользу. А правительство вроде бы как должно приложить особые усилия, чтобы разъяснять обществу спокойно, уверенно, грамотно, системно, что происходит, что делается. И вот здесь я вижу колоссальный прокол. То есть работа с обществом ведется, ну, как обычно. Как будто нет никакой пандемии. Хотя вот именно это, вот это разъяснительное, корректная, грамотная, убедительная работа, когда ясность доносится до всех слоев населения, вот ее явно не хватает. Тем более, вот как мы убедились из обстоятельств, значит, выражение недоверия министру здравоохранения, судя по всему, у самого премьера нет ясности по этому вопросу. И это очень-очень плохо. Да, вот это как раз вы предварили, Игорь, мой следующий вопрос, который вытекает из того, что вы сказали по поводу стратегических коммуникаций. Такое ощущение, что стратегическую коммуникацию подменили хаосом. Ну вот заявление, допустим, господин Шуплинский, министра образования. Одно заявление, один день делается одно заявление по поводу того, когда выходят те или иные классы на учебу уже в школу или не выходят, с какого числа, какие классы, то выпускные классы выпускаем после 25 января, то они продолжают учиться удаленно, то будет экзамен, то не будет. Я понимаю, что ситуация с пандемией непредсказуемая. Мы не знаем, когда вот этот ужас с вирусом закончится, с одной стороны. С другой стороны, ну, надо же хоть как-то систематизировать, хоть как-то. Ну, да, я согласен. Это касается работы, в общем-то,
всех министерств, потому что, ну, ситуация пандемии – это ситуация, которая вполне сравнима со стихийным бедствием, таким затянувшимся, и с войной, если угодно. И здесь правительство должно работать как единый механизм, прежде всего в области вот именно стратегической коммуникации, когда те или иные решения о том, что говорить, как общаться с людьми, все это является невероятно важным, куда более важным, чем в обычной ситуации. Конечно, сфера школьного образования, когда, в общем-то, этот удаленный режим, который тоже, в общем-то, люди недовольны, поскольку специально к нему, когда грянула первая волна, в общем-то, никто не готовился, но сейчас вот вроде бы как уже начали готовиться, там другой вопрос, как, там наверняка тоже можно найти много ошибок, но самое главное понимать, что вот эта удаленная учеба, альтернативой удаленной учебе выступает вообще сидение дома и отсутствие всякой учебы. Поэтому, ну, в этом смысле удаленная учеба – это, видимо, неизбежность на данном этапе. Да, но, конечно, вот прежде чем объявлять то или иное решение, ту или иную дату, заявлять о тех или иных мерах, тех или иных цифрах, надо подумать именно о том, чтобы поток информации был последовательным, непротиворечивым. И, наверное, вот чего тоже не хватает и лично мне, но я так понимаю, что и сама теория стратегической коммуникации это подсказывает, это, ну, какого-то, я бы сказал, более доверительного общения с людьми, чтобы министры и премьер воспринимались не как чиновники, а как, ну, как руководители, которые несут не только, которых не просто там выдвинули, выбрали их политические силы во время выборов, еще до пандемии, но как люди, пользующиеся мандатом народного доверия. Чтобы вот были какие-то особые теплые, доверительные отношения в период, когда всем не сладко. Отчасти вот формально это все присутствует. Кришин Искаринч очень вежливый человек. И вот пресс-конференции, которые там транслируются по Ютьюбу, это все пример такого очень уважительного, вежливого отношения. Но вот какой-то доверительности, искренности вот в этом не чувствуется. Она должна быть. Ну, по крайней мере, ну, черт возьми, хотя бы взять какие-то уроки риторики в подобной ситуации. Вот, то есть, если не готов, ну, естественно, по своим природным данным, но то, ну, этому надо учиться в ситуации, в которой мы все учимся жить, работать, думать по-новому. Да, вот что касается стратегической коммуникации, может быть, завершая эту тему стратегической коммуникации, вот есть такое мнение, что, вот, может быть, вообще эту кампанию, если так ее можно назвать, по вакцинации, нужно было начать с того, что, не знаю, там премьер, президент прямо в прямом эфире сами себе сделают прививку. Да, только сделала, да. Ну, если не знаешь, ну, как действовать сам, держи равнение на лучших. Вот когда мы видим, как в прямом эфире вакцинируются лидеры крупнейших государств, там он Джо Байден, избранный президент, да. Вот в прямом эфире, и людей это успокаивает. Нетаньяху, к примеру, да.
Нетаньяху, да, там, вот, а наше правительство, оно как-то вот считает, что просто выполнять свои должностные обязанности, согласно инструкциям, это максимум, что можно делать. Но это неправда. В особых ситуациях чрезвычайные надо проявлять, ну как-то особо думать, что нужно делать именно в этой ситуации, даже если это не прописано в должностной инструкции. Да, вот есть такое замечательное выражение: кому война, кому мать одна, ну, с учетом того, что все-таки действительно пандемия, ну, практически война с невидимым врагом, ну, то да, вот... Да, принятие решений, да, она так... вот, там действуют схемы мобилизации военного времени. Да, так вот, прямо вот в разгар вот этой мобилизации сегодня как раз пришла новость, буквально час тому назад, Национальное объединение ТБ ВИСУ Латвии вышло со своими поправками в Конституцию с целью, вот партия Райвиса Дзинтас это не скрывает, с целью закрепить вот понятие или понимание семьи как союза мужчины и женщины. И тут расширенная поправка, что вот родители – это вот мать, в скобочках, женщина, и отец, в скобочках, мужчина. Ну и там дальше очень подробное разъяснение, кого государство защищает, вот что такое семья, что семья основывается, я буквально там на ходу перевожу, основывается на браке, там, кровном родстве или адопции, ну, усыновление имеется в виду детей. Вот, к примеру, вот это вкратце вот та версия, которую сейчас ТБ ВИСУ Латвии вносит в парламент. Ну, да, это в этом нет ничего, ну, по содержанию в этом нет ничего нового. В этом смысле национальное объединение – это вполне традиционалистская, популистская партия. Другое дело, что вот в ситуации, когда правящая коалиция переживает кризис, и там одновременно Райли Зентерс говорит, что коней на переправе не меняют, что мы все должны держаться, в общем, сохранять единство этой коалиции, но одновременно вот выдвижение этой инициативы – это, конечно, удар по правящей коалиции, потому что она складывалась очень сложно, и там есть, с одной стороны, условно либеральное развитие УЗА, есть традиционалисты национального объединения, угу. Я так понимаю, новые консерваторы тоже соревнуются с ними, да. Национальным, да, объединением в этом. Ну, это удар по правящей коалиции, объективно. Ну, это вот, можно сказать, что тот случай, когда наши националы пытаются быть святее Папы Римского, который вот при нынешнем папе Франциске произошло некоторая либерализация отношения Ватикана вот к этой проблематике, к, ну, если не принятие однополых браков, то, по крайней мере, выражение как какой-то большей готовности прислушиваться к нуждам всех верующих таким, какими их сотворил Господь. То есть это отдельный теологический вопрос, как интерпретировать вот то, что мы в сексуальном и всех прочих отношениях очень разными. Но вроде бы сейчас не просто там какие-то особые прогрессивные люди, либералы, но это уже мейнстримное суждение, что гомосексуальность... эти вот ЛГБТ-феномены, это не является каким-то извращением, болезнью, которую нужно лечить, преодолевать, а это естественное состояние определенной части общества, и которое прослеживается на всем протяжении истории человечества. Поэтому, ну, семья, современная семья, она находится в кризисе, сам институт традиционной семьи, и это связано не только с
вот этой ЛГБТ-революцией, но и со вторым демографическим переходом, что когда люди, достаток общества повышается, люди начинают жить, получать больше. Но детей заводить не хотят, да. Да. Да, в общем, не хотят заводить детей, и это, конечно, является кризисом традиционной модели. Это факт, который... И этот кризис проявляется в разных... по-разному, там самые разные аспекты, это можно делать целый цикл передач, чтобы посмотреть, как это проявляется экономически, социально, культурно, психологически. Ну, ясное дело, что, вот, казалось бы, самая такая основа человеческой идентичности, пол, тоже становится проблемным. Становится местом, ну, для размышлений, дискуссий. И, ну, сторонники простых решений, они, ну да, они, апеллируя к традиционным ценностям, ну, пытаются провести свою повестку, но она уже все, она уже, можно сказать, умерла. Это просто попытка собрать голоса тех, кто, ну, не готов принять, ну, уже свершившегося факта. Спасибо большое. Вот у нас на прямой связи был Игорь Ватолин, публицист и историк. Будем следить за развитием ситуации и с новым министром здоровья, ну и, конечно, с поправками в Конституцию, которые вносят представители, ну, да, ТБ Висуатвей. Да, и кто бы не возглавил Министерство здоровья, а, возможно, и правительство, да, главное не забывать, что всякий политик отвечает за весь полис, то есть за все население, всю страну, и должен общаться с людьми естественно, нормально. Вот, это самое главное, да. Это самое главное, стратегическая коммуникация, я думаю, что она не менее важна в период пандемии, чем вот вакцинация. Спасибо большое, Игорь Ватолин у нас был на прямой связи. Сейчас мы действительно прервемся, будет короткая пауза, потом новости, потом мы снова выйдем в эфир с экспертами. Не переключайтесь.